Всем привет, друзья! Никуда я не пропал. Это для тех, кто интересуется. Видео для Ютуба и Яндекс.Дзен. Просто в последнее время редко снимаю. Нет особо настроения. Но с этим я обязательно справлюсь. В скором будущем видео будут выходить в штатном режиме. Чем сейчас занимаюсь? Изготовил вот такой интересный инструмент. Получилось очень прикольно. Нужно было, конечно, видео заснять, я думаю. Но, как я уже говорил, не было настроения для этого мероприятия. В чем смысл? Здесь имеется секретная калитка, назовем ее так. Опача. Раз. Надо немножечко ослабить, поскольку... Поскольку чересчур плотно. Вот, нормально. В общем, имеется вот такая вот дверца, калитка, шуфлядка. Открываем. Раз. А внутри мини-уровень. Ну, как изготавливать уровень, я думаю, видео вы уже видели. Я его снимал. Правда, этот уровень немного поменьше предыдущего. Сейчас скажу. 9,95. То есть получается 11 шестигранник. И снова так же самое. Раз. И закрываем калиточку, хвирточку. Также обучаюсь плести всякие штуки из паракорда и прочих шнуров. Здесь вот такой а-ля темлячок для удобства ношения. Кстати, решил отходить от полированной латуни, поскольку видно следы, и вот, допустим, видите, чересчур отполировано, ну, то есть, как чересчур, отполировано до блеска, и невозможно нормально снять камерой, невозможно сфокусироваться, и кажется сдалека, что... Ну, то есть неразборчиво. Мне кажется, что если бы латунь была матовая, смотрелась бы более стильно. Изготовлена на заказ и отправляется в United States of... Вы поняли. Чего. До новых встреч. Жму руку. Отдельно хочу сказать большое спасибо человеку, который продолжает сбрасываться на помощь обездоленным животным. Друже, большое спасибо. Я не указываю твое имя, поскольку не знаю, даешь ли ты на это согласие или нет. В любом случае, спасибо большое. Скоро обязательно сниму видео по ссылке для животных, как я ее отправляю для отчетности. Жму руку всем и каждому. Всего хорошего. Пока.